Так, Владимир Георгиевич Купеев на проводе. Еще раз здравствуйте, Владимир Георгиевич. Я включил аудиозапись. Вы во Владикавказе находитесь? Да, во Владикавказе. Вот, обращаюсь к зрителям канала «Глобальной волны». Кто сейчас находится во Владикавказе и имеет опыт подключения к видеоконференции? Владимир Георгиевич во Владикавказе, и нужно показать, как входить в видеоконференции, научиться пользоваться. То есть, почему различные медицинские учреждения, институты проводят конференции. И есть онлайн формат конференции. И Владимиру Георгиевичу просто физически поезда, самолеты не ходят в южной части страны. Вот. А дистанционно можно участвовать. Поэтому, дорогие зрители, кто смотрит канал «Глобальная волна» и внимательно прислушивается к Владимиру Георгиевичу. Владимир Георгиевич готов нести знания безоплатно, рассказывать. Давайте поможем организовать видеоканал. Жители Владикавказа, откликнитесь. Мой номер плюс 7 926 210 93 83. Я вас соединю с Владимиром Георгиевичем. Все правильно, Владимир Георгиевич сказал? Все правильно. Все, спасибо, Ярослав. Хорошо, Владимир Георгиевич, добро. Надеюсь, кто-то из людей откликнется и покажет вам. У вас ноутбук есть, да? Как? Ноутбук есть? Ноутбук? Да. Компьютер, ну, этот, как его, телефон такой, смартфон или какой? Смартфон. Хорошо, ладно, разберемся. Все, благодарю, да, Владимир Георгиевич. Сегодня этот, про Тугоухас, да? Да, я уже отправил вам сюжет. Все, давай, пока. Всего доброго.